В пятницу вечером Папа Римский Франциск приехал в Мехико. В аэропорту его ожидала красочная приветственная церемония с выступлением ансамблей мариачи и толпами людей. Спустившись с трапа самолета, Франциск благословил мальчика-инвалида и примерил сомбреро. До приезда в Мексику понтифик посетил Гавану, где состоялась его историческая встреча с патриархом Кириллом. Главы Русской Православной и Римско-католической церквей более двух часов обсуждали тысячелетнюю историю противоречий, возникших после раскола Единой Церкви. По итогам встречи Кирилл и Франциск подписали совместную декларацию. В ней, в частности, говорится о необходимости примирения между православными и католиками, о гонениях христиан на Ближнем Востоке, а также затрагивается ряд тем, традиционно вызывающих озабоченность со стороны церкви. Во время перелета из Кубы в Мексику Папа Римский поделился впечатлениями о встрече с Кириллом, сообщив, что будто пообщался с братом. «Мы поговорили с Кириллом как братья, — говорит Франциск. Мы откровенно поделились нашими точками зрения по вопросам, которые нас беспокоят». Следующие 5 дней понтифик будет находиться в Мексике, где проведет мессу для коренных жителей и пообщается с молодежью в регионах с высоким уровнем насилия.